Привет, черный. Для тебя дело есть. Нужно возглавить группу. Ты же знаешь, я в зону группы не вожу. Они хорошо платят, а ты, я знаю, сейчас на мели. Хорошо, это сколько? Двойная цена и плюс оплата за оружие. Им еще стволы нужны. Ладно, сколько их? Да всего двое. Они будут ждать тебя завтра утром в развалинах. Я им там бумажку черканул. На всякий случай, чтоб ты их узнал. Ха. Бумага это хорошо. Это правильно. Стой, стой, погоди. Ты ведь черный, верно? У меня есть кое-что для тебя. Ладно, все нормально. Где второй? Алекс, все в порядке, выходите. Приветствую, я Алекс. Мой спутник Билли. Вы, насколько я понимаю, и есть тот самый сталкер черный. Говорят, знаете зону как свои 5 пальцев. Нам необходимо пройти через зону и попасть на другую сторону. За это мы хорошо заплатим. Хватит болтать попусту. Деньги при вас? Да, конечно, держите. Здесь все как договаривались. Отлично. Вот. Ваше оружие забирайте. Вот черт, кто это еще? Ладно, бегите за мной. Кажется, оторвались немного. Ничего не хотите мне рассказать? Хотя не мое это дело. За забором начинается зона. Там все делать, как я скажу. Зона требует выполнения определенных правил. Этих правил много, и у меня нет возможности вам их изложить. Поэтому для вас только одно правило. Беспрекословное выполнение моих указаний. Но как нам перебраться туда? Придется лезть? Спокойно, есть другой способ. Идите за мной. Мы на месте. Кто бы за нами ни гнался, этого пути они не знают. Ближайший проход через несколько километров. Это должно их немного задержать. Они направляются в зону. Наша задача всех уничтожить. Никого не оставлять живых. Вперед! Прыгайте! Вылазьте, мы в зоне. Тихо тут. Здесь всегда тихо, здесь некому шуметь. Это самое тихое место на земле. Людей здесь почти не бывает, да и мертвяки сюда нечасто забредают. Он что, живой? Нет, конечно. Привыкай, парень. Это местная аномалия. Тут много всяких разных. Теперь можно идти дальше. Что такое? Чего мы встали? Подожди, сейчас кину ключик. Спокойненько пройдем. Как по маслу проплывем. Травинка не шелохнется. Теперь можно. Стойте, это ведьмин студень. Знавал я сталкера, который наступил на студень. В результате травмы ног, ожоги кожи, а кости превратились в резиноподобную массу. При этом, зараза, распространялась дальше, поражая здоровую плоть и кости. В таком случае лечение только одно – срочная ампутация. Идемте быстрее, пока аномалия не восстановилась. Тихо, я разберусь. Это что, были псевдопсы? Слышал, люди болтали о собаках-мутантах. Да какое там, обычные собаки. Бродят тут стаями. Ну а что до мутантов? Много чего люди болтают. Да не все правда. Прямо идти больше нельзя. Предчувствие у меня. Придется свернуть. Ложись. Алекс, как вы? Билли, возьми карту. Ты должен доставить ее до места. Координаты на обороте. Там тебя будет ждать наш человек. Ему можно верить. Поспеши. Прощайте, Алекс. И Оскара мне за озвучку.